Именно так встреча и началась. Хозяева быстро взяли игру под свой контроль, и через полторы минуты после первой шайбы в ворота Чебоксар залетает и вторая. На ум сразу приходит строчка из стихотворения Лермонтова «Бородино». «Богатыри не вы». Во втором периоде гости отодвинули игру от своих ворот, не позволяя барнаульцам чувствовать себя вольготно. Ситуация не поменялась, и «Динамо Алтай» забросили еще две шайбы – 4-0. Первые два периода сыграли неплохо, вышли, сыграли по местам строго, как просил тренер, тренерский штаб. Поэтому был такой счет. Потом третий период, такой маленько расхлябанный, довели до победы. Многие болельщики могли подумать, что на заключительный отрезок матча вышла совсем другая команда, а не «Динамо Алтай». Барнаульцы включили энергосберегающий режим. Это и не понравилось главному тренеру хозяев. Пол игры можно занести команде в зачет. Хорошо играли, комбинировали, в общем-то, моменты создавали. Повели 4-0. У нас не первый раз уже 3-4 шайбы ведем, начинается такой легкий бардачок. Нельзя этого допускать. Надо от первой до последней минуты играть строго. Если вопрос победы в матче был решен, то перед игроками стояла еще одна задача – не дать забить в свои ворота. Но сухарь не получился. За 5 минут до конца Чебоксары размочили счет – 4-1. Эти цифры на табло и остались до финальной сирены. Второй матч в серии идет уже сейчас, а после команды ждет день отдыха. 23 и 24 декабря в 19:00 хоккеисты вновь выйдут на лед Титов-арены. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.